Когда нет моста, есть объезд по воде всегда. Нормально, плывем. Кадоновый источник. О, клево. Да. Кайф. Что за хрень? Там что-то в кустах. Ну, пошли. Давай, давай. Что там? Утка? Ого. В топку. Давай, кидай ее. И на 2 часа оставляем ее там. Чем будем делать 2 часа? Ловить рыбу. Пить пиво. Кайф. Птички поют. Вот снова тут оздоровительные ванны. Утка. Да? Утка. Обладали, как эти дети, оборванцы. Розовые очки. Я не так глядый. Первые эти ремонты. Еще бы скотча туда. Одними веревками не обойдемся. Путь на шамана начинается. Маршрут вот такой. Спускаешься с сопки и видишь в том направлении. Вот если что, вот это и есть черный шаман. Здесь он типа в плаще стоит, а видно очертания. Спиной стоит. Вот его спина в плаще. Типа прячет закладку. Закладку. Нашли новую локацию. Новая хибарка. Плюс апартаменты. Мягенько. История хибары. Снег 5 мая. ПС, осторожно, зима здесь зимней. Они, наверное, вот здесь лежат. Давай, Макс, рассказывай, что мы тут нашли еще интересного. Здесь находится вот этой суперфирмы, источник Святой Елены. Сюда здесь ляжем? Здесь кальян поставим? Заныривай. Тепло! Хочу спецэффектов! Огонь! И праздника! Оп! Все, ваши ставки готовы? Ты зашла домой, взяла. Надо, что ты, блин, штаны прилипла, плитка шоколада. Давай сейчас все съедим за обе щеки, и отзыва не будет. Отлично вообще получилось. Мясо. Мясо мягенькое. Баньку запариваем. Ты что не тусишь? Танцуй, весело у нас, весело. Ну, танцуйте хоть, веселитесь, давайте, изображайте веселье, что у нас тут весело, тусь. Собрались 5 идти рыбачить, опять 9 часов, уже второй раз такая фигня. Вставать будем, нет? Так, наш фирменный походный рецепт на литр егеря, один средний огурец. Перемешали. Тебе не надоело, что везде красиво? Где мы? Марс. Марс.
Россияне. Мы хотим шахту. Выпустить. Не выпускать. Это парта. Заброшенную деревню. Едем на чем-нибудь получше. Соберешь, заведешь? Только один мотор. В люльке. В люльке, наверное, лежит. В люльке есть, да? Что-то тут как-то не прибрано, Макс. У тебя. Блин, а тут потолки у вас обвалились. Да тут подделать буквально обои купить поклеить. А ванну с туалетом покажете? Я разочарован. Ехали 1200 километров. У вас в объявлении одна фотографии картинка, видели? Фотография. А фотографии когда делались? 300 лет назад, что ли? 30. Да, нет. Все, 30. Какой предъявить какой? Не за что. Ко мне какие претензии? 30 лет простоял. Да, значит, что мы можем за эти деньги здесь в деревне? Практически все. Купить магазин, несколько домов, отару овец. Что за витражи? Витражные эти, французские окна. Да, да. Вам осталось только вставить и крышу настелить. Тут свободная планировка, я так понимаю, да? Да, это студия. Студия? Ну и что, мост сломался? И что делать теперь? Ну, будем строить, я думаю. Говорите, это, середина июня, лето? Ага. Так мы вам и поверили. Зачем им топоры? Вот. Топоры мы льда сейчас будем набирать тебе. Так мы ждать для льда. Добываем льда для егеря. Ну, в общем, мы по-мажорски. Домашние яйца, змея. Все дела. Краковская змея. По плану сегодня уха. Я директор этого стадиона. Здесь рыбы нет. Самое интересное что? То, что бензина у нас на обратную дорогу не хватает. Тёма, ну чё? Добыл? Да, перебили с десяточкой бензина для суровок. Живительная влага. Выглядит не очень надежно. Да? Медовуху можно взять? Пасеку нашли. Медовуху сейчас возьмем. Ты не болеешь от меня никогда в жизни там. Тяни, ты ее тяни, ты вытяни. Она горько-то, как я, она крепкая. Ты потом это скажешь, потом наш скажешь это. Тут ты приезжаешь ко мне как-то домой еще было. Я поехал сетки ставить, крышки. Подъезжай, они готовы, лежат там. В рабстве оставят. На огороды копать. На деревне. За медовуху. За медовуху. Рыбу неси. Ты сказал, что тут речка. Ты сказал, что мы приедем на речку. Продолжение истории с риэлтором. Он теперь нам загоняет лодку какую-то. А мотор даешь? Тёма, я тону. Почти арму, почти и рыба такая. Ну, сами видите, тёплые. Попытчику гостей. Винограда. Тут такое все прям все натуральное. Ну село, но я там жила. Удачный трип. Да. И возвращение домой. Нас ждут новые приключения. Молоком.